Во время рабочей поездки в Арсеньевский городской округ глава региона осмотрел ход дорожных работ на участках трассы Осиновка-Рудная пристань. Сколько таких участков? Ну вот это вот все. Это все уже конец. Вот тот и этот участок. Да. Сколько он по длине? 2 километра? 2 километра. Сколько укладки в день? В день может укладывать до 500 метров. Ну вот если до 500 метров, значит, в день укладывать. Вот у вас 3 километра вы должны. 3 километра и будет. Я так и говорю, 3 километра. Ну я приеду, посмотрю через неделю. В Арсеньеве Олег Кожемяка осмотрел ТОС на улице Жуковского и побывал на строящемся стадионе школы номер 5. Работы завершены на 91%. Губернатор также осмотрел строительство стадиона «Авангард» спортивной школы «Юность», ход капитального ремонта школы номер 3 и побывал на базе отдыха «Бодрость». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.